Смотри, вот разворот в ограниченном пространстве перенесли с автодрома в город, да? Мы теперь должны развернуться. То есть, где забор и где бордюр, вот на этом участке, поехали. Здесь-то не нужно, здесь много. Вон там, где мало места, видишь? Твоя задача, ты с инспектором, кстати, мы сюда катаемся. Ты ближе сюда, вот отпусти тормоз. Ближе вот так подъезжай. Еще. Левый поворотник включи. Крути полностью руль влево, полностью. Смотри, сзади, спереди никого нет по зеркалам. Поехали. Через свое стекло смотри, где у тебя там угол машины подходит. Еще. Видно? Ну, да. Можно еще, да? Еще можно. Я просто, насколько она низкая. Не заденет. Ну ты же видишь, не задеваем. Все, задний ход, руль полностью на меня. Крути руль полностью. Поворотник включай. Вверх. Поворотник. Вверх направо же как бы едем. Смотри теперь по зеркалам, да? С колесами, чтобы в бордюр не уперлись. Вот так. Стой. Еще можно, да, чуть-чуть? Ну, наверное. Еще. Стоп. Полностью руль влево и поворотник туда же. Только самое главное, когда вот выезжаешь как бы с такого упражнения, не газуй, чтобы контролировать правую сторону вот эту вот. Все, проходишь спокойно. Поняла? Угу.